Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из МВД России по Ленинскому городскому округу по подозрению в совершении серии краж из частных домов задержаны двое жителей Люберецкого городского округа. Один из них ранее неоднократно судимый, в том числе за аналогичные преступления. С октября прошлого года злоумышленники путем отжима окон или входных дверей проникали в домовладение во время, когда хозяев не было. Проникнув внутрь, они забирали все самое ценное – деньги, ювелирные украшения, наручные часы, ноутбуки, фотоаппараты, после чего тем же путем покидали жилища. Правонарушители совершили 4 кражи на территориях Мытищинского, Ленинского и Химкинского городских округов. Общий ущерб составил около 1,5 миллиона рублей. По данным фактам, следственными органами МВД возбуждены уголовные дела по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. А воровали где, что? Сам лично ничего не делал, просили, послушал, доверился, влип, все. В ходе обыска квартир задержанных изъята часть похищенного имущества. Также полицейскими установлен ломбард, куда злоумышленники сбывали краденое. При проведении обыска там были обнаружены и изъяты некоторые похищенные вещи. Видновским городским судом злоумышленникам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.